К двум коммунальным пляжам, Центральному и Вусольском микрорайоне, планируют открыть еще три частных. Они должны появиться на противоположном берегу, сообщили в УЧС Павлодара. 11 июня озвучена как дата начала купального сезона. О подготовке зон отдыха в следующем сюжете. Городские пляжи уже облюбовали отдыхающие, при этом специалисты говорят, пока купаться нельзя. Последний забор воды показал, она не соответствует санитарным нормам и должна пройти естественную очистку. Тем временем подрядчик обещает в ближайшие два дня завершить благоустройство. В настоящее время проводится работа по подготовке. Это уборка, очистка дна прибрежной части, вспашка и баранование песка, а также ремонт и установка грибков и шезлонгов. Также проведены уже работы по нанесению разметки на велодорожке, которая проходит непосредственно по пляжу. В распоряжении коммунальщиков 60 грибков и 80 шезлонгов. Появится детский лягушатник, спасательные вышки с оборудованием. Пока работники УЧС заняты профилактикой. Выявляем детей несовершеннолетних, которые с учреждения образования города находятся без сопровождения взрослых. По ним принимаем меры, доставляем на спасательную станцию. На сегодняшний день проведено более 100 рейдовых мероприятий, вручено более 1000 памяток. В Павлодаре 9 человек привлечены к административной ответственности за купание в Иртыше, отделались предупреждениями. В городе зарегистрирован один несчастный случай на воде, напомню, утонул мужчина. Кстати, кроме Центрального и Усольского пляжей, открыть планируется три частных на втором берегу. Два из них впервые. Тимофей Горев, Бибинур Мукашева, Максим Носков, телекомпания «Ирбис».